В рамках операции «Курорт» полицейские патрулировали жилой сектор, когда обратили внимание на разбитое окно в прачечной. На втором этаже был заметен свет от ручных фонарей, слышался шум электропилы. В прачечной правоохранители застали троих мужчин, когда они пытались вскрыть сейф. Выяснилось, что ранее судимые сочинцы 42, 44 и 46 лет знали, что в сейфе организации находится более миллиона рублей, а также ювелирные изделия, и тщательно подготовились к преступлению. В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все трое задержаны, взяты под стражу, ведется следствие.